Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня у нас на обзоре подкатной гидравлический домкрат от компании «Миол», модель 80-100. Рассчитан данный домкрат на тоннаж до 2 тонн. Ну и давайте посмотрим его комплектацию. Так, все плотно запечатано. Так, в комплекте у нас идет инструкция и также наклеечка от компании «Миол». Далее металлическая рукоятка, с помощью которой можно поднимать или опускать домкрат. И также сам домкрат. Также имеется пластиковая ручка, с помощью которой можно будет транспортировать данный домкрат. Домкрат выполнен полностью из металла. Все части также полностью металлические, спускной клапан, насос, колесики полностью металлические. Также упора, которая подставляется под днище автомобиля. Также в комплекте имеются вот такие вот резиночки. Для того, чтобы поднять ножку домкрата, нам нужно вставить ручку в отверстие и качать. Если ножка не поднимается, у нас спускной клапан установлен на спуск. Поэтому его нужно провернуть до конца вправо. И теперь у нас ножка полностью поднимается. Вот таким вот образом. Для того, чтобы спустить, опять же таки, нам нужно клапан провернуть влево. И у нас ножка опускается. Все довольно-таки просто. Максимальная высота подъема 32 сантиметра, минимальная 13,5 сантиметра. При покупке на домкрат распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.